Каждый водитель сталкивался с проблемой плохой очистки лобового стекла. И в этом видео простое решение этой насущной проблемы. Итак, погнали! Первым делом, что необходимо сделать, это удалить с поверхности автомобильного стекла грязь и масляную пленку. Затем проверить каркас дворника на предмет подвижности коромысел в местах их соединений и отсутствия разболтанности. Также необходимо проверить надежность фиксации адаптера и рычага поводка. Проверить достаточность усилия прижима рычага поводка, создаваемой пружиной. Ведь многие водители зачастую поднимают дворники, чтобы они не примерзали. А потом удивляются, почему они не чистят и оставляют пропуски. Тут нечему удивляться. Пружина ведь растянулась. Если щетка не порвана и не деформирована, и с каркасом и с пружиной все в порядке, то остается только одна причина, почему дворники оставляют грязь и воду. А если ваши стеклоочистители имеют хотя бы одну неисправность из перечисленных, то имеет смысл купить новые. Выбирая дворники, полезно воспользоваться e-каталогом. Чтобы ускорить поиск, устанавливаю максимальную цену, которую готов потратить на дворники, отмечаю нужные мне бренды, выбираю тип дворника, размеры и тип крепления. А чтобы не переплатить за дворники, сравниваю цены по магазинам. Ну а сравнение товаров между собой не позволяет ошибиться с выбором. Ссылку на e-каталог я оставлю в описании. В процессе эксплуатации автомобиля щеткам приходится много работать, убирая воду с лобового стекла вместе с пылью, грязью и крупицами песка. В результате изнашивается рабочая кромка щетки. Возникают микронадрывы, микротрещины или рабочая кромка закругляется и перестает продавливать воду и очищать стекло. Обычно щетку еще в хорошем состоянии, но с изношенной кромкой заменяют новой, не задумываясь о том, что их можно восстановить старым дедовским способом, даже не снимая дворник с поводка. Для этого на ровный кусочек деревяшки наклеиваем мелкозернистую наждачку и с очень маленьким усилием, возвратно-поступательными движениями, придаем кромке прямые углы. Но как по мне, этот способ очень трудозатратен, так как резинка все время так и норовит завалиться на бок. И на глаза мне попался вот такой вот резак для дворников. Внутри у него что-то вроде наждачки с алмазным напылением. Но главное отличие от дедовского способа — это то, что этот резак имеет кондуктор. Благодаря ему гребешок щетки никуда не заваливается и кромка получается под прямым углом. А это экономит время и деньги. Также возвратно-поступательными движениями стачиваем износившуюся кромку щетки. Ну а теперь проверим, что у нас получилось. Ну и как можно наблюдать, на стекле ни единого пропуска. И эти дворники еще послужат. Ссылочку на резак для дворников я оставлю в описании. Ну а у меня на этом все. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи и добра. Пока.